Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, Вася, сегодня хочу поделиться с вами новостью, которая лично меня немного удивила. Вот. Значит, оказывается, киевская администрация хочет переименовать в столице около 110 улиц. К примеру, Вася, Московский мост собирается переименовать в мост имени Георгия Фукса. Да бог с ним, пусть переименовывает, но оказывается, что на это дело пойдет 4 миллиона гривен. Вася. И тут у меня возникает вопрос. А какого Фукса это столько стоит, а? Его что, лично Анджелина Джоли будет переименовывать или что? 4 миллиона, Вася, вы серьезно? Да дайте мне краску, кисточку, 50 гривен, я вам лично сам на мосту напишу Фукс, Вася. Да за 4 миллиона, Вася, можно построить новый мост и уже его назвать мостом имени Фукса. И почему именно Фукс, Вася? Мне, допустим, больше в мультике нравится помощник Лом. Изготовление новой таблички с названием новой улицы, Вася, будет стоить 1000 гривен, Вася. Мне вот интересно, а сдать их, Вася, можно будет тоже за такие бабки? Потому что если знать, где сдать, то можно нехило подняться. 1000 гривен, Вася, у меня в голове не укладывается. Неужели нельзя было потратиться на маленькие таблички со словом «мне» и прикрепить их туда? И было бы там, допустим, «не Московский мост» или «не Московский проспект». Но раз вы уже начали, Вася, этот замес, Вася, то у меня к вам есть несколько отдельных предложений, Вася. Если, допустим, вы хотите убрать все улицы, которые названы в честь бывших этих советских этих революционеров, Вася, предлагаю им дать имена наших новых, Вася. Допустим, площадь имени бульдозера Порошенко, Вася. Или, допустим, куля в Лобовский переулок. Или тупик имени Кличка, Вася. Или, допустим, другой вариант. Назвать все улицы от одного до конца. Ну, как по математическому смыслу, понятно? От одного до конца, Вася. И вот, допустим, едешь на пьяненький и в такси, Вася. Таксист тебя спрашивает, куда, Вася? Ну, уже круглая университетская, ты не скажешь, Вася. Бульвар Дружбы Народов, запутаешься, Вася. А так показал 23, Вася. И все сразу стало понятно. Вторая улица, третий дом. Ну вот, чтобы подытожить, я скажу так. Господа переименователи, харе заниматься хернёй. Народу пофигу, как будет называться улица. Главное, чтобы на ней было светло, Вася. Чисто. И ям не было. С вами был Жека. Живите четко и не косячьте. Шеф, сколько до Гоптауна возьмешь? Что ты не понял? Ты что, не слышал, что Троещину переименовали? Вот ты лапочка.